Итак, осмотр коляски, которая уже не первый раз приходит на ремонт. В принципе, из-за люфта. Еле слышно. И здесь то же самое. Будем разбираться. Из повреждений у нее оторванный подлокотник. Немного она, конечно, повидавшая видов. Тем не менее, вот выглядит так. В целом нормально. Даже чистая. Ну, в общем, гуляет именно вверх. Возможно, просто нужно подтянуть гайку. Сейчас посмотрим. Откроем и глянем. Нет, все-таки гуляет, надо будет подлаживать шайбу. Ну, выкачим и подложим. Ну, в общем, подготовили две проставки такого плана. Теперь что делаем? Берем проставку, садим. Теперь садим подшипник. Вот. Ну и устанавливаем вниз. Так. Вот и добились нужного результата. Устанавливаем подшипник. После того, как установили подшипник,
У нас появился долгожданный зазор, который будем сейчас вытаскивать при помощи гайки. Ну и, соответственно, шайбы. Шайба, новую гайку. И фиксатор для резьбы. Теперь из этой проставки люфт у нас полностью уйдет. Ну и, соответственно, все на новую гайку. Люфта нет. Теперь все то же самое. Переходим на правую. Ставим шайбу. Возвращаем колесо обратно. Надо все-таки выбить подшипник сначала.
наличку новую на фиксатор. Осталось только потестить, проехаться, и все.